Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Михаил, приветствую вас на канале Boston Technic. К видеообзору предлагаю комбайн Акрос 530 2013 года. Комбайн в отличном состоянии. Наработка 1700 моточасов. Вот, посмотрим. Кабина, все свеженькое. Удобное очень кресло, мягкое. Так, пойдемте с вами дальше посмотрим. Жаточка у него 7,5 метров. Тоже все в отличном состоянии, нигде нет ржавчины, ничего. Покрашена заводская краска, все в отличном состоянии. Пойдемте посмотрим дальше. Там внутренности, агрегаты, вот, все цепи, все целое, все смазано. Нигде ничего не течет, не капает. Наработка, повторюсь, 1700 моточасов. Довольно маленькая. Комбайн использовали не так много. Хозяйство маленькое. Так, давайте посмотрим здесь еще. Вот такой вот отличный красавец. Звоните, пишите, ответим на любые вопросы. До свидания.